Какая счастливая семья. Ишвари, милая, подвинь Лакшману левее. Аджай, скажи матери, с сестрой... Нет! Что ты наделал? Нет, это был не я. Да брось, себя не обманешь. Не здесь. Важный вопрос. Видел когда-нибудь, чтобы человека с твоей внешностью кто-нибудь хотел, эротизировал? Нет? Вот и я ни разу не видел. Как думаешь, почему? Наконец-то! Думал, останусь без головы. Просто возмутительно! Где моя голова? Просто возмутительно! Где моя голова? Получилось! Ну что, готов погрузиться в прошлое?
Что? Это точно? Отлично. Нет, 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 нет. Остановите. Остановите автобус. Любой ценой. Кто там? Сэр, вы меня вызывали? А, да. Ты должно быть... Так, 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 так. А, Эрик, двойник. Заходи, заходи. Дай я на тебя посмотрю. Ты ниже, чем я рассчитывал. Но тело у тебя прекрасное. Скулы отлично получились. Точь в точь мои. Я хочу заполучить то, что внутри. Это мне? Не стоило. Я ни при чем. Царапины. Супер. Уверен, я уж как-нибудь это приспособлю. Отдохни немного, любимый. Будь умницей, не оживай, ладно?
Зашибись! Стоило. Подсел. Так, куда веселее? Джай, мне больно об этом думать, но я должен научить тебя уважать старших. Я не подпущу тебя к этой статуе. Вообще никто! Бесит не статуи, а ты сам. Терпеть не могу твою мерзкую рожу. О, нет. Не трогай мою статую!
другое дело. Этот блеск стоит всей пролитой крови. Мне нужно узнать что-то. Непременно. Это мне. Не стоило. Я ни при чем. Это мне пригодится. Thank you.
Это дом Ишвари. Что с ним стало? Он такой уродливый. А, другое дело. Дом полный счастья. Все, как я помню. О, сколько воспоминаний. Интересно, какие секреты Ишвари хранил этот дом? Дневник? Еще больше тайны, милая? Изнутри он выглядит даже хуже. Стоит осмотреть. О чем это ты? Лохан, ты понимаешь, что говоришь? По-твоему, я... Что за крики? Это снаружи. Малышка! Моя малышка! Нет. Лакшмана! Лакшмана. Нет! Нет! Моя малышка! О, нет! Из-за тебя. Ишвари просила помочь, но ты не слушал. Во всем меня. Но мы одно целое. И виноваты мы оба. Ее спасти! Ишвари, я тебя не узнаю. Белый? Что это я говорю? Проклят! Ты старался изо всех сил. Мне нужно узнать, что там. Непременно. Похоже, у всего есть цена. Граната! Yeah!
неприятно. Мне. Наконец-то! Хоть передохну. Отличное зеркало. Можно смотреть и думать о своих ошибках. Стоило. Я ни при чем.
пустышь! Ты позоришь нашу страну! Повеселимся! Я не подпущу тебя к статуе. Если нужно, я простою здесь весь день! Отец, ты мне вообще никто! Надеюсь, ты извлек из этого урока, Аджай. Аджай, мне больно об этом думать, но я должен научить тебя уважать старших.
Мне нужно узнать, что там. Непременно. Похоже, у всего есть цена. Царапины. Супер! Уверен, я уж как-нибудь это приспособлю. Охренеть! Даже не вспотел. Это мне пригодится. Кто там? Прятки, Кольт!
Наконец-то! Хоть передохну. Той путь нужно оружие получше. Я хочу заполучить то, что внутри. Это мне не стоило. Я ни при чем. Да. Все, не царапины. Супер. Веселимся! Больно об этом думать, но я должен научить тебя уважать старших. Я не подпущу тебя к этой статуе. Статуя! Нет! Готов умереть ради уродливого куска золота? Ладно. Разрушив твои статуи, я стал героем. Тебя все ненавидят.
другое дело. Этот блеск стоит всей пролитой крови. Приятно, что не все мои вышки уничтожены. Мне нравится насилие в благородном цвете. Тем, кто на меня не относится. Узнай она, что я сплю с другими, стала бы злиться наверняка. Зачем? Бежать! Еще я... Это наш шанс! Я уже устал бороться с этой маленькой засранкой.
Франка из-за внимания Иншвуды. Да, Лакшмана. Ну что? Зачем мне женщина, которой хватило наглости сбежать? Еще и в Америку. Как бар... Была бандитой. Жила со мной. Мне было бы хоть место поинтереснее. Кому не нравится насилие в благородных целях? Тем, кто назовет меня злой. Расскажу о своей трагедии. Ишвари просто мной. Конечно, я люблю ее, но не готов отказаться от других. Узнай, а что я сплю с другими, скажем. В этот раз и Швари пришла без дела. Сказывается. И я уже устал бороться с этой маленькой засранкой за внимание Швари. Да, Лакшманом. Ничего подобного. Наглая ложь. Как я себя чувствую? Лакшманы стало чудесным предлогом. Кому не нравится насилие в благородных целях? Тем, кто назовет меня злодеем, я расскажу о своей трагедии. Другое дело. Как... Никому не интересно это ложь. Да, ложь, не иначе. Чтобы не избежать, как я понял, что должен был бороться за ним. Но я был нужен лидер. Им нужен был лидер. А потому мне пришлось забыть о своих желаниях. И нужна была только одна женщина. Правда?
делай. Вернуться к нам. Если для этого нужно мощное оружие, возьми его. Эти террористы всегда страшно собой гордились. Пора бы сбить с них спесь. Кто бы мог подумать, мне даже полегчало. Кажется, мои люди ни на что не годны. Тут же ничего сложного. Просто все не взаправду. Тебя не спрашивали. Пока, золотой путь. А, кажется, я закончил. Ты меня не убил. Я жив. Наконец-то. Маска получится шикарной. Вне себя двое. Может, побудешь хорошим воплощением моих изъянов и скажешь, где искать остальные части маски? Мало тебе, Пейган. Люблю трогательные воссоединения, что уж. Пробейся через туннели. Никого не щади. И ты получишь то, что заслужил.
Ладно. Знаешь, беспощадность и отстраненность — это то, что я ценила в тебе. Боже! Черт! Уф, вот так. Гори, как сгорелые швари. Внушительно, да? Впечатляет. Но это не все. Иди по другому туннелю. Помнишь, как ты обещал мне весь мир? Я помню. Слушай, Пейган, скалы куда милосерднее меня. Может, просто бросишься вниз? Знаешь, не хочется. Пейган пошел бы на все, чтобы выжить. А ты? Я пошел! Перемячи! Вблизи еще прекраснее. О, ты вернулся, суровый Пейган. А со мной справишься? Ты размяк, ослаб, жнит от тебя. Смотри на жаровни! Даже не думай гасить их! Этого мало. Взгляни на себя, ты слаб. Сломлен! Нравится? Ах ты ж! Докопаюсь тебя, король! Мы не отступим!
из-за Ишвари ты размяк! Перед тем, как я умру. А? Я так этого ждала! Ладно, игры кончились. Все для тебя. А ты не смог убить меня сам. Я что, ничего не значу? Класс. Послушай меня. Что бы ты ни чувствовал, Пейган Ишвари шпионка! Шпионка? Нет, быть того не может! Так вот, почему мой заклятый враг отправил свою жену прямо ко мне в дом. О, Юма, как же ты умна, просто гениально. Ты знал? Но почему? Потому что я король, а король уничтожает всех, кто встает между ним и его целью. Мохан узнал обо всем от Юмы. Да? Забавно. Ты всегда нуждался в матери. Но обрел ее слишком поздно.
Почему в этом храме живут мирные монахи? Вот и путь наверх. Я не хочу быть богиней. Я хочу быть собой. Лакшмана, все будет хорошо, обещаю. Дыши глубже. Одним барабаном меньше. Иду за тобой, милая. Папочка, ты мой герой. Да.
Эйкон, это святое место! Ты частенько меня вспоминал, верно? Называется «Богиня и король». Да, милая, слушай. Жили-были король и богиня. Они полюбили друг друга. Король впервые был счастлив, но богиня все равно грустила. Он чувствовал это, потому что раньше и сам жил в печали. Вот ты где, дочка. Я здесь, дочка. Король разозлился. Он дал слово. То, что случилось с богиней, больше никогда не повторится. Последняя часть маски. Папа, я знала, что ты справишься. Станешь идеальным. Поторопись, все тебя ждут. Все уже здесь, отец. Не опаздывай. Так-то лучше. Я жду тебя, папочка. Мы все тебя ждем. Семья, они там? О,
так и знал, что справлюсь. Разумеется, та тварь не сказала ни слова правды. Папа, спасибо, что помнишь меня. Да, ты меня не спасешь, но хватит и этого. Я хотела тебе сказать, что ты идеальный. А что случилось, то случилось. Ты не виноват. Вспомни, Махана, Йому, террористов. Не ты плохой, а они. Я тебя люблю очень-очень. Я пошел на все ради вас. Все было ради вас. Все это мне не нужно. Дворец, богатство. Без семьи они бесполезны. Мои дорогие, вы просто сияете. Что у нас на обед? В чем дело? Нет! Нет! Ты как мальчик, играющий в куклы. Пейган, они мертвы. Не будь таким жалким. Что? Ты думал, что победил? Что я сломлен? Вспомни мои слова. Тебе не изменить свою суть. Не изменить прошлое. Я уничтожу все, чем ты когда-либо дорожил. Серьезно? Чего лишаешься, когда подчинил себе Кират и стал королем? Может, вы все успокоитесь? Нет? Ладно. Да вы издеваетесь! Да.
пират никогда не сдастся! Ну вот опять. Хватит уже сражаться! Сдохни! Тебе не нужна семья. Ты всегда жаждал власти, крови, славы. И у тебя есть все, о чем ты когда-либо мечтал. Но она же не просто девочка, а принцесса Кирата. Так ведь? Точно. Ой, отец, не злится на меня, любимый? О, нет. Как плохо! Мы оба знаем, что ты никогда не будешь счастлив. По-настоящему. Ишвари! Их больше нет! Вернись! Ты знаешь, что мы не могли быть вместе. Но ты старался. И я этому рада.